Так, комсомолка, активистка, капитан команды, вот такой симпатичный мальчик. Я смотрю, девочки перестали носить лифчики, я, кажется, тоже начну брать пример. Почему перестали? Я их никогда не носила. Да? Да. Великолепно. От начала и до конца не буду, не собираюсь. Вот, она такая красивая у нас сегодня. В общем, так покажи себя в полный рост. О, богиня. Вот такие вот девушки у нас ходят в эфир. Нужна свобода мышления, свобода разума. Которая начинается со свободы лифчика. Все, что связывает мою свободу, должно быть сброшено. Точно, ура. А сколько я экономлю еще на этом? А, прелесть какая. Ты на чем экономишь? На лифчиках. А это муж. Объемся в душ. Ибо на сэкономленные деньги на лифчик можно купить пиво. Гениально. Муж два раза доволен. Девушка, а вы тоже не носите. Как вас зовут? Света. Света носит лифчик? Да. Она не здесь не потому, что она не носит лифчик. Не экономите, да, на лифчиках? А еще я ношу носки. О. А если их перестала носить, то можно купить еще пиво. Вот. Так, а на чем экономит Володя Хлевной? Ты я экономлю на табаке. Люблю электронные сигареты. Да. А сколько это дешевле, да? Это еще дороже. Да. А еще я сэкономил на очках, сделал себе операцию на глазах. Которая стоит дороже, чем все очки. Нет, ты сейчас собираешься жить лет 200 очков. Все, да. Об экономии. Об экономии. Кто на чем экономит? На чем ты реально экономишь? Ничего. Ни на чем. То есть ты носишь лифчик, ты куришь, и ты пьешь, и ты на скат. Нет, я не курю, не пью. Ну вот это. Вообще не пьете? Кого? Вообще не пьете? Я не употребляю алкоголь. Серьезно? Да, конечно. А что, вы не знали? Нет, мы впервые это слышим. Ты так ешь чипсы, как будто бы ты пьешь. Да, вот и вот. Это моя за это. А как вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь, вы же знаете. Ну тогда вы не живете, извините, если это пожелать. Да, ну подожди, Вера, ты это все делаешь по здравоохранительным причинам или по каким-то другим причинам? Как говорит моя подруга, образ жизни. Имеет место жить, почему бы и нет. Хороший ответ, правда? Модный. Да, вполне. Модный ответ. Я вот, допустим, не употребляю наркотики, и чё? Классно, да? Это ещё не знаю. Сколько у нас минут до начала? Сколько у нас минут до начала эфира? Потому что мне как... Может, мы не будем сегодня играть «Что, где, когда?» Поиграем в другую игру какую-нибудь? Нет, 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 без этого, без костей. Мы поиграем в эту игру в перерывах. Да. Хорошо, в перерывах смотрите наше видео о том, что происходит вне эфира во время тренировки реальной команды. Она реальная. Вот я сейчас вижу 4 человека. Реальные команды, ведуны пражского клуба «Что, где, когда?». Абсолютно правильно. Да? Всегда правда. Реальные люди в живом радио вместе. Вот такие. Реальные пацаны и голубые, да. Ирлы. Володя даже сегодня посты. Чёлки, бы же сказала. Новый причесон у Володи вообще модный. Вот. Подожди, я его постригу еще раз, мы с ними в следующем я выпуске. Хотел выбриться. А вы на стрижке не экономите, нет? Экономим, кстати. Кстати, я к стригу, что ты знала. Да? И да. Классно, поехали. Так, начинаем, ребята.